Так, всем привет, меня зовут Денис, на канале Фрей Дэвис мы продолжаем проходить игру Петля Времени. Это у нас... Я не помню, какая серия. Или 8 или 9. Ладно, не важно. Так. Мы там поубивали всех, туда и сюда, вальнули чувака, получили пушку, а там у него было дробовик с барабаном. Я его не взял, потому что он мне не интересен. А здесь у нас вот это. Мне надо хотя бы пистолет сохранить. А мы как раз будем идти сюда, и я здесь сохраню пистолет свой. Да, отлично. Побежали. С каждым разом, я так понимаю, все больше и больше охранников всех вот этих. Потому что с каждым разом, когда я бегаю, их все больше и больше, блин. И не заканчивается ни хрена. И что как тебе твоя смерть? От меня остался симпатичный труп. В другой раз меньше думай о шмотках и побольше по сторонам смотри. Вечно она игнорирует ценные советы. Ага, у меня два реально интересных умения. Фу, как бы их оставить, сохранить. Так. Вот и вся твоя работа, сволочь. Че, ну выйти уже. Станция. Это ж. Блять, не просрать бы сейчас этот момент. Не выкинуть бы его. Лабораторию. Так, хорошо, подожди, секунду. Киоск. Киоск мне нахер не впал. Где он? Все равно не знаю его кода. Киоск, нахер. Так, защищенное кодом устройство позволяет. Не управлять герметизацией в охране лаборатории везде. Если... Ага, это понятно. Да, станция Вера открыта для посетителей. Сначала мне надо завалить там в копию вот этой чувихи, а потом я уже побегу валить всех остальных. Раз. Вас где-то трис. Я еще тут где-то был. А вот это и все, наверное, были. Походу, да. Так. А я ж могу прийти. А, мне все равно надо туда, да? Да, мне надо туда все равно. В любом случае. Мне надо завалить ту чувиху. А там я все взял? А хер его знает, вроде все. А, он приседает, прыгает, да, прикольно. Тихо, тихо, не смотри на меня. Ты меня не видишь, ты меня не знаешь. Я тебя, соответственно, тоже не знаю, но... Блять, опять, да? Цепиздец. Опять она, да сука, сколько можно, блядь. Так, ладно, это перемещение, это вот это. Взлом антенны, это понятно. Взломайте антенну. Так, а вон она бежит. Посмотри. Видал? Бля, еще и то чудо видно. Нет патронов, блядь. Пошла ты нахуй. Блять, да залезь, ёбаный в рот. Блять, она уебенила. Слышишь? Что мне не нравится. Ой, да что ты взяла? Хуйню, блядь. Где она есть?
Где она, сука, а? Так, тут есть контакт. Где эта мразь? Да на, блядь. Нихуя себе уебало. Бля, че я? Тут сука. Ага, понятно, невидимая. Хорошо. Берем тогда вот это. Тихо. Хоп. Хоп. Ну, ёбана в рот. На, сука. На, сука. На. Годится. Разве годится? Ой. Что тут за умение? Пропадание, да? А, так что то же самое. Тюк. Сюда, сюда, сюда. Аж. Ну. Ну так у меня есть этот. Вот он. Смысл, ну я знаю, куда перемещаться. Тю. Где-то думал. Берем интересную штуку. А чё она переключилась? А, у меня закончились патроны, тем. Ну ладно. Так, мне надо сначала там освободить все на свете. Потом уже все остальное, блин. Вот это писец. Ебать, попадешь тут. Да куда там пизду, блядь? Вообще ничего не могу попасть. А-а-а! Пошла ты нахуй, блядь, со своим дробовиком, блядь. Сколько? 40 тысяч? Да ты охуела, блядь. Так, тихо, не, нельзя. Пусть съебутся сначала. Потому что 40 тысяч до хуя. Ебать, она еще не ломается. Тихо. Я не понял. Что тут загудело? Там и тут. А тут можно через окно? Я херень, 40 тысяч улетело коту под хвост. Ну, допустим, ну, допустим. Ладно. Ого, хорош. Хорош. Сразу минут башка. Ого, хорош. А чё я до этого и не стрелял? Надо, конечно, эту сохранить тоже. Опля, опля, опля. Это вот дробовик этот, ёбаный. Не, не люблю такой, я люблю одинарку. Блин, сейчас, секунду. Таймер не поставил. Так, это тоже? Да, тоже двойной. Вот и какой хитрый, блядь, да? Да, блядь, поймайся, сука. Вот, да пошел ты в пизду. Ни к чему. Ни к чему. К чему-то как раз было.
40. Что это? 49. Ветер, наверное. Хач, хач. 49 тысяч. Так. Сюда. Опля. Не понял. Деактивировать. Взяли. Да ладно, это понятно. Это сюда. Сюда мы пройдем и там немножко постреляем. И туда зайдем. А вот это я с собой сейчас притащу туда. Так, тут поставим его. И активируем. Вот это хоп. Хоп-хоп. Сюрикен тебе в ухо. Интересно, если я кину. Нет, сначала надо деактивировать. Бля, давай, доставайся. О. Так, это есть. Хоп. Хоп. Это. Даже нести. Так, 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 тихо. Тихонько. Сюда. Блин. Сюда. Поставим. Это сыграем. А по идее должен засечь его, да? Ну, не жадничай. Тихо. Сейчас не надо. Еще давай. Где там пистоль мой? Понял. О. Еще давай. Еще давай. Хватит мне патронов. Ну и отлично. Никто не видит. Такие звуки. Капец, все головы. А, блин, ту я вообще даже не вижу. У-ху. Почти 4-4. Из 4-4. Берем. Мне она нужна. Так, ладно. Где? 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 Шо? А, вон она, ебать, его дрысла. Вот так вот, а поняли? Поняли, поняли, бля. Поняли, поняли, где она сидит? Сидит, сука, там, точнее, стоит. Шо, ничего нет, да никаких улучшений нема. Ну ладно. А, он еще стоит. Так, а бросить у нас вот так вот. И ех! И что, Лена развернется? Ля, прикольно. Хоп, ля. О, сколько, о, сколько. О, сколько. Нести. И бросить его нахрен. Куда ты нахрен развернулся мне? Скажи мне, пожалуйста. Вау! Прям чудеса. Мне надо тут увалить их и туда пойти. Дай, чтоб тебе. Так батарея сядет. Уже никого не было, правильно? А.
тут это надо. Никого? Где никого? Так, все, поехали. Блин. Если в этот раз не получится, то я не знаю. Так. Голову и начать эксперимент. Не я. Другая. Ты лжешь. Если просечет меня. Если бы я тебя лгала, ты бы это знала, Вензе. Мы, Вензе, верно. Так. Откройся, блин. Нам стоит придумать уникальные имена. Или стрижки. Стрижки. Ну. Стрижки, блядь. Хорошо, когда за тебя работу делают. Тихо, тихо, тихо. А, собрать нельзя его, да? Тихонько. Деактивировать, ёптыш. О, чувак, годится. Так, берем. Тут ничего, а еще что оно гудит, а что оно гудит так сильно, а вот это и еще где-то один, а вот все, все забрал. Оп, 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 оп. Эти. Ой. Ладно, короче, тоже не. Так. Откройся. Побежали. Побежали, побежали. Да я тут не помню, есть кто-то тут. Да, вроде. О, еще есть. Отлично. Надо пока деактивируйся. Откройся. Тихо. Сюда. Взяли. Сюда. Одиться. Откройся. Пока там их похуяли. Где там за еще одной? Еще одна, где, он еще одна вот здесь. Деактивируйся. Иди к папочке. А эту можно сразу вот здесь поставить. Вот здесь, вот возле двери. Вот здесь. Чтоб не заебывали меня. Прям вот тут. О, одится, блядь. Так. Так. Я не понял. Это кто? Это вы зря. Блин. А у меня так обычно тактика-то такая. Я сюда ее ставлю. Обычно. Второй раз только и пробую. Подожди. Ой. Пиздык. 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 Сюда вот так вот. О. На той стороне, я не помню, есть. Есть какой-то или нету. Что? Да твою мать.
И шо? Иди теперь его искать. М? Блять. Я там выдумывал, что-то делал, что-то строил, блять. И в итоге ни хрена не получилось, сука. Нету его, блин. В прошлый раз он был. Теперь его нет. Где его искать? Алло. Алло, блять. Алло, ё. А что, ну там внизу? Это обычная станция, вот это. Подаешь, получается, питание, открываются вот те двери все. А, ну да, это ж каждый раз надо подавать питание, чтобы... О, бля. Чтобы открыть какой-то доступ, путь и все остальное. Блин! Что оно гудит, нахуй? Это ты гудишь? Уже пизда. Не, что-то гудит. А что оно гудит? Что здесь? Я вижу, а ты нет. Оно не гудело. И не зря эта надпись, походу. Тут сидели, бухали. Кофе. Может быть, кофе. Кофе, который мне нравится. Может быть, он где-то здесь. На, блин. Ой. Подожди, где-то ж... Что-то где-то гудит. И он. Так, а я читал. А не читал? Вен это стиль жизни душа, и он это будущее. А наше синее. Да и читал я это, что вы мне рассказываете. Что-то где-то гудит. Может, если я поставлю сюда батарею, я увижу ее. Ну что-то ж гудит. Ой. Тут написано, я вижу, а ты нет. Соответственно, какая-то херня ж должна быть. То же самое, да? Да, то же самое. Бля. Вот так вот, отлично. Ой, бля. Сорян. Мне и так прекрасно.
короче, вот эти херни. Кофе, кофе. Кофе, я знаю, где он, походу, там. Давай, берем. Пошли, хава. Будешь работать, никто не будет. Ёпт, как я далеко был. Так, сюда, сюда. Открыли, сюда. Опля. Смертельная ловушка. Смертельная, блядь, ловушка. Обожаю. 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 Бля, посмотри, это лучше. Лучше, чем я играю, тут. Молодец. Молодец. Я активировали. Раз. Тут ничего интересного. Ебать, кровище. Кровище. Да где-то что-то есть. Мне кажется. А, вот. Гвозди, нахуй эти гвозди. Там есть то? Никого. Опа. Так, а что, а чё, а чё? А что, а чё, а чё я не взял? Активировать. Взяли. Пошли. Пятерочка. Ага, там двое. Ооо, фиолетовый. Тихо, тихонько. Тихонько, все хорошо. Хуак, открыть дверь. А чё ты у меня? Ебать, почти убили. Нет, патрона у меня есть. Нихуя себе дробовик. Черт, надо перезарядить. Где ты, блин? Там, а. Открывай дверь. Подло. Открывай, блядь, дверь. Вот так вот она была. Взяла и открыла. Какого лешего ты, нахуй? Не открыла дверь. Что это хера еще? Не боюсь. Ты тоже должна была открыть дверь. Чего не открыла? Что за люди, блядь, открывать дверь не умеют? Повырастают, блядь. Миллионеру. Ук! Тихо! Тихо, тихо! Чуть-чуть, чуть-чуть. Фух, чуть-чуть не то нажал. Так, теперь у нас получается вот эта машина. Супермашина. Тут написано была ловушка. Подожди, подожди. Так. Ладно. Давай. Я не знаю, с чего начать. Это очень важный эксперимент. Раз я тебе говорила, знаешь, мне ни разу. Ладно, не так. Тебе, какой-то другой. Мы не телепаты. Сюда. И процент ошибок при попытке что-то угадать превышает допустимую по... А я ж убил одну, не понял, а чё она не работает? Все, чердак попал, вот это клякса. Так, тебя я сейчас заберу, это понятно.
сюда. 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 Так, тебя я заберу. Сейчас, сейчас, сейчас. Сюда. Побежали, побежали. Так. Есть контакт. Побежали, побежали. Сюда. Хуяк. Все, вошла. Так, это понятно, хорошо. А тут у нас... Сюда. Еще вечеринка у нас впереди, да, получается. Так, этот код постоянно меняется, а код находится там наверху. О. Код наверху. Наверху, кажется, наверху. Да, наверху. Правильно? Наверху. Что, что-то еще есть? Где оно? Ну, это понятно. Еще где-то. А вот оно. Фиолетово. Где-то ж здесь был код. Или там внизу. Наверное, там. Это не слышал. Говорит доктор Вензе Эванс. Как глава научного отдела программы ЭОН, я получила приказ создать автономную термодинамическую систему, которая позволит обуздать излишки энергии, производимой аномалией Черного Рифа. Я разобралась с принципом работы антенны стабилизатора и заставила ее улавливать и направлять на ядро энергию аномалии. Мы с идеологами расположились в центре ядра стабилизатора, и благодаря этому я сумела... направить энергию аномалии прямо на нас. Теперь мы балласт. Идеологи и есть петля. И я могу испытывать феномен окна, не подвергая программу опасности. Если мы будем строго соблюдать протокол, чтобы избежать катастрофы, мы сможем наблюдать ежедневную перезагрузку петли в течение примерно 13 562 лет. Черт. Жаль, я закрою программу через 50. Это будет моя последняя запись перед запуском петли. Осталось меньше часа. Первый день. Текущее время 23 часа 42 минуты. Дата... Пофиг. 63-й год. 63-й год. Ёпарасоте. Медово. Ладно, подожди, сейчас, если мы предложения верны, да получается. Вот это мы получаем оружие. Автоматик. О, автоматическая, она ручная, я так понимаю. А вот это типа получаем улучшение. Чьи-то. Или нет? А мне надо то или не надо? Я могу умереть и все, правильно же? В любом случае. Встать на плиту! Пальнуть по кнопке! Да. Встречай меня, научный мир! Блин, а как же вечеринка? Ладно, в следующий раз. Нравится мне это.
Там же вечеринка была, а я ее не сделал. Ну ладно, Хэнси. Джоанна потухли, все потухли. Так, осмотрите электростанцию, включите эту штуковину, обыскать станцию. Жух! А, я думал на вечер, ёпта. Вроде ж. Так, эту мы валили, получали тушню. Этого вам мы еще ни разу не валили. А, давай посмотрим, что тут. Ебать, 3,5. Ебать! Это же все, что я собирал, все коту под хвост. Не понял, а где мой пистолет? Точнее, автомат. Да нахер мне эта херня, блядь? Нахуй? А, она мне нужна, скажите мне, пожалуйста. Я хотел нормально, чтобы пулемет. Блять, замечательно. Отдача нет. Блять, просто великолепно. Да нахуй это, блядь. Да получается без разницы, что я беру, правильно? Я перемещаюсь, и я в любом случае все теряю. Мне только добавляется какого-либо одного вида оружия. И все. Не то, которое я взял, а чисто какой. Ебать, параша. Резидиум. Хорошо. Резидиум вышел, блядь. О, этот самый есть, нихуя себе. Так вот же оно. Ну да. А это продать я могу? Использовать. Подробности. 8000 плюс. Резидиум. Не понял. Какой лучше? Тут недостаточно резидиума для насыщения снаряжения. Окей, 8000. Резидиум от... А, от пожертвования. Ага. Это можно насытить. Это значит берем. А это можно пожертвовать. Я понял. Что это такое? Ваше здоровье становится быстрее. Что бы вы не могли сказать. Что вы могли, наоборот. Хорошо. А как пожертвовать? Пожертвовать как? Это не то. А как вот это? Вот, я хочу это пожертвовать. Подробно, окей. Изначальное положение, блин, прекрасно. Короче, ладно. Все, на сегодня хватит. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии, делайте репосты, подписывайтесь на инстаграм, телеграм. Кстати, у меня тоже телеграм. На тикток. Всем спасибо, всем удачи.